Вот такой легкий, свеженький салатик. Огуречно-редичный. В общем, взяла огурец, натерла на терке, на крупной. Редьку тоже натерла зеленую. Есть еще черная редька, она тоже очень полезна. Можно репу, если есть репа. Ну, это с редькой. Вот редька, огурчик, поперчила, подсолила хорошей солью розовой. Чесночка можно сухого или обычного добавить, имбиря для усиления вкуса. И нужно какое-нибудь масло, например, там льняное. Я еще сбрызгиваю лимонным соком, лимончик выдавливаю. Такой салатик вообще, ну, как бы дает молодость, бодрость и полезен, конечно же. Антиоксиданты там. Вот. Можно его усилить, ну, сделать более питательным, добавить водоросли, например, туда. Водоросли там, семечки, например, семена подсолнуха. Например, водоросли. Я туда добавляю. С домашним майонезом очень вкусно это все дело. Вариантов много.